Всем привет! Сегодня у нас с вами самое интересное вкусное видео про женское белье. Мы его очень все любим. Девушки, женщины, девчонки. Каким бы странным это ни казалось, шить его небольшая проблема. Сейчас очень много на YouTube уроков, есть курсы разные. А у нас в магазине есть все для того, чтобы купить и сшить себе свое собственное оригинальное, то, которое вам очень хочется, белье. Что же у нас есть? Давайте посмотрим. У нас есть кружево. Целая большая папочка, которую мы все время дополняем. Кружево разных производителей. И турецкое, и итальянское, китайское. Очень разное. Оно все эластичное. Именно для белья. Красивое. Разных оттенков. Сейчас очень модные неоновые оттенки. Кто-то очень любит телесные. Широкое и узкое. Очень разное. Еще у нас есть очень крутая новая сетка. Тоже она для белья может быть. Она очень эластичная тоже. Также у нас есть кружево с фестонами. Оно очень тоже красивое, новое. Из него тоже можно делать белье. Кроме этого, у нас очень много фурнитуры, резиночки. Они тоже есть разные, конкретно бельевые с фестонами, становые, окантовочные, те, которые понадобятся. Насколько же это сложно? Так как есть у нас все материалы, нужно только время. Это доступно даже новичкам. Условно, полчаса времени достаточно для того, чтобы вот с такого кусочка кружева получить трусики, например. Буквально две детальки. Хлопковая кулирочка используется и резиночка. Резиночку осталось только вот мне пришить, и будут трусики красивые. Давайте посмотрим с вами, что у нас есть из тканей для белья. Сейчас использовать очень модно стало лапшу, кулирку, разные сетки эластичные. Посмотрим, что у нас из этого в магазине есть. Кулирка, интерлок, лапша. Все висит в одном месте, и можно все вместе посмотреть и использовать. Детское. Можно сделать детское белье очень красивых расцветок и модных, с Микки Маусами, с котиками, очень любимый материал у многих. Прекрасные. Она такая мягкая, она такая приятная. Вы такого белья точно не купите нигде. Ну что, наше любимое кружевное белье. Что же у нас для него есть? А у нас для него есть все. Конечно же, у нас есть шикарное кружево. Оно есть в разных, совершенно разных вариантах. И широкое, и узкое. И прекрасно оно тянется. И разные цвета, и разная плотность. Есть более плотные варианты, вот прям мало просвечивающиеся. И очень хорошо тянущиеся. Для бра у нас есть чашечки. Чашечки есть и с пушап, и без. Вот такой вариант без пушап. Так, и вот такой вариант с пушап. Более утолщение идет здесь. Кто шьет какие-то очень оригинальные вещи, которые не похожи на другие, у нас есть поролон специальный. Он достаточно тонкий, чтобы сделать из него любой вариант, фасон, тот, который вы хотите получить. У нас в магазине представлены очень хорошего качества нитки, которые в первую очередь советуют на курсах по шитью белья. Это Мадейра. Они отличаются от большинства категорий ниток именно своей прочностью и тонкостью. Используют самые тонкие иглы. Это может быть супер стрейч, либо стрейч, в зависимости от материалов, которые вы используете. Вообще иглы выбирать нужно обязательно для определенных тканей.
Также белье недалеко ушло от танцевальной одежды. Танцевальная одежда – это, ну, практически тоже белье, кроме как используем мы ткани более плотные и удобные для движений спортивных. У нас очень большой выбор шикарного бифлекса и итальянского, и китайского. Очень большая цветовая гамма итальянских, обалденных китайских. Очень они плотные и вообще не просвечиваются. Ходите к нам в магазин. До скорых встреч!